одним щелчком мы можем сфотографировать место происшествия и зафиксировать все объекты, которые находятся на месте происшествия. Детально. Это специальная насадка, которая позволяет данный объектив, с помощью которой, не оставляя следов, заходим, поставили штатив, сделали один снимок, и с помощью программы мы все имеем общую обстановку на месте происшествия. Активно проводилась работа по расследованию преступлений, связанных с незаконным учреждением земли. Вот на это я хотел бы отдельно остановиться. Павел Михайлович, проводится большая работа, на самом деле это огромный ресурс, который мы вовлекаем обратно в муниципалитеты. Эти земельные участки, наделы самые привлекательные, через определенные схемы уходили тем людям, которые на этом обогащались. И, конечно, вот эта работа сегодня ведется. Я надеюсь, что и в 2015 году мы доведем эту работу до логического завершения. В республике отмечено уменьшение числа выявленных экономических преступлений на 17%. Такая ситуация не может отражать реальную обстановку и требует должной реакции со стороны руководителя органов внутренних дел и следственного управления. Необходимо особое внимание уделять выявлению и расследованию преступлений в налоговой сфере, в системе ЖКХ и при распределении земельного фонда. Принимать все меры для возмещения вреда, причиняемого бюджетной системе и гражданам. Требуется также более активное взаимодействие органов предварительного следствия и с органами финансового контроля. Учитывая непростую экономическую ситуацию в стране, на постоянном контроле следует держать вопросы оплаты труда. Следователи совместно с надзорными органами должны незамедлительно реагировать на каждое сообщение о невыплате заработной платы и привлекать виновных к уголовной ответственности. В противном случае мы можем вернуться к давно забытой практике, когда руководители решают экономические проблемы предприятий за счет невыплаты заработной платы. Целью недопущения снижения положительной динамики культуры производства необходимо продолжить активную работу в сфере соблюдения прав граждан на безопасный труд. В случае нарушения правил охраны труда, повлекшим тяжкие последствия, нужно задействовать все предусмотренные законом инструменты. Определенные положительные результаты дают принимаемые в республике антикоррупционные меры. Доля выявленных коррупционных преступлений снизилась на 19%. Согласно социологическим исследованиям, за последние 4 года стабильно снижается доля респондентов, столкнувшихся с коррупцией. Вместе с тем, проблема еще далека от своего решения. На постоянном контроле необходимо держать вопросы расследования фактов неправомерного использования бюджетных средств и распоряжения имуществом, находящихся в государственной собственности, это федеральная, республиканская и муниципальная собственность. Не стоит забывать, что коррупция, нарушая систему управления, может оказывать губительное влияние на нашу экономику. В прошедшем году правоохранительными органами республики много сделано в сфере противодействия проявлениям экстремизма и терроризма. Следует и далее продолжить активную работу в данном направлении. Руководителям следственных подразделений и следователям нужно принимать все предусмотренные законом меры по профилактике экстремистских проявлений, выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений данной категории, а также устранение канала финансирования экстремистской деятельности. Все необходимое для этого, все необходимые инструменты у следователей имеются. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела экстремистской направленности необходимо более тесно сотрудничать с органами государственной власти республики, местного самоуправления, а также общественными и религиозными объединениями. Особое внимание следует уделить повышению уровня знаний сотрудников управления, работающих по данному направлению.